я сегодня с вами хочу поделиться о тех результатах, которых я достигла в течение месяца применения методики Суперэго. Ну, вообще, я хотела вначале поделиться, зачем я купила эту методику и как я к ней пришла. Дело в том, что я вот последние полтора года посвятила собственной трансформации, потому что я хотела перестать работать уже на официальной работе и заниматься предпринимательством. Но, как выяснилось, у меня достаточно было инфантильное мышление, то есть я не привыкла куда-то ходить и с кем-то разговаривать, что-то предлагать, и вообще нет. И, естественно, у меня результатов не было. Поэтому я ходила на различные тренинги, в частности, посвятила время завершению моей лидерской программы. И в конце концов я ее завершила. Но когда я ее завершила, я поняла, что теперь я одна, а еще много чего в голове, да, тараканов там, и заблуждений, и страхов. И я думаю, как же это все проработать, да, потому что почему-то уже не хотелось ходить к психологу. Во-первых, это, ну, я не могла себе это позволить каждый раз, а во-вторых, мне хотелось бы уже самой, ну, уже в моем возрасте, да, мне сейчас уже 40 лет, хотелось уже как-то уметь регулировать и вообще чувствовать уверенно себя в моей жизни, знать ответы на все вопросы, потому что, ну, уже, казалось бы, за спиной достаточный опыт, и все что-то никак, как будто бы на месте топчусь, и никаких показателей сейчас вот таких больших, на мой взгляд, я не могла показать. То есть, да, у меня есть образование, у меня есть семья, ребенок, но что я могу показать, какой пример моему ребенку? То есть я не могу зарабатывать денег, я не умею разговаривать уверенно с людьми. Ну и что дальше, сколько у меня еще есть, ну, активных 10-20 лет и все, а финансового благополучия, финансовой свободы у меня до сих пор нету. И это мне все очень как бы поглощало, гнобило, и я уже находилась в такой депрессии, такой вялотекущей, и осознавая, что, может быть, я не достигну своей мечты, да, то есть у меня какие-то были мечты жить в Европе, купить там недвижимость, путешествовать по разным странам. Это вот такая вот жизнь, которую я хотела жить, и я ее вот... Мне было очень грустно, что я ее не достигну. И вот поэтому я приобрела методику, и благодаря этой методике я снова поверила, что да, я могу, что у меня есть теперь инструмент, который может трансформировать любую заморочку, любой таракан, любой страх, любое вообще препятствие. И, ну, чтобы не быть голословной, я хочу вот привести, ну, конкретные примеры, на чем. То есть для меня самая большая проблема, это была болезнь моего брата. Мой брат уже 17 лет болеет шизофренией, и все говорят, что это неизлечимая болезнь, что, ну я не знаю, я писала нескольким целителям, но они говорили, что, ну, можно как-нибудь облегчить это состояние, но уж полностью вы не рассчитываете на то, что полностью это можно вылечить. И если существуют различные тренинги, там можно деньги начать зарабатывать по здоровью, ну, такому обычному, да, какие-то тренинги по отношениям, женские тренинги, они все есть, но я никогда не слышала и о том, что где-то вот, да, вот можно вылечить шизофрению. Да, я прочитала книгу Джо Витали о методике Ха'опанапон, о том, что он вылечил всю отделение, да, где были больные люди психическими заболеваниями, что в течение 2 лет вот повторяла там эту медитацию Ха'опанапона, и в результате у него получилось, но я попробовала, да, но, честно говоря, я не поняла, как долго я должна это делать, механизм не уловила. И что мне понравилось в этой методике, что есть конкретная
заморочка, есть конкретная установка, ее просто нужно трансформировать, да, есть, то есть, если говорить сейчас по болезни моего брата, то есть у меня есть установка по отношению к нему, по отношению к его болезни, и потому что я верю, что это, ну, неизлечимо, оно остается таким, но как только я трансформирую, то оно меняется. Вот мы в начале, когда я купила методику, мой брат находился в больнице, потому что у него во время осени есть кризисы. И он себя очень плохо чувствовал, у него давление подскочило. И моя мама очень переживала. Я позвонила домой, я нахожусь в Мексике, а мама живет в Казахстане. И я, естественно, переживаю здесь и ничего не могу сделать, даже если бы я находилась там, что бы я могла сделать. И вот я села и начала прорабатывать, потому что Дарья Труднева, вот учредитель компании Супер-Эко, она сказала, что все, что находится в моей реальности, это результат моих подсознательных желаний. То есть как подсознательно я хотела бы, чтобы эта ситуация была такой. И, естественно, я начала прорабатывать, выяснила, что да, действительно, когда-то я чувствовала зависть, да, детскую по отношению к тому, что все внимание было на брата, а я, ну, на меня не обращали особо внимания, и мне каким-то образом была выгодна эта ситуация, чтобы мой брат болел. И все, потому что в таком случае могло бы как часть внимания на меня перейти. Но когда я трансформировала, что мы оба можем быть здоровы, что мы оба имеем каждый свои таланты, и на каждого может быть уделено внимание, в тот момент у меня произошел щелчок. И я поняла, что я просто заблуждалась. И когда я это проработала, я позвонила маме, и я очень удивилась, что моя мама буквально за эти 2 дня, у нее очень поменялся голос. Она так была очень спокойна, сказала, да все нормально, нормально, он в больнице, уже намного лучше. И говорит спасибо, что ты меня навещаешь. И, ну, единственное, он все время хочет домой, он говорит, мне не нравится ему эта больница. Вот, ну, я опять проработала, опять через некоторое время звоню маме, и она говорит, ой, ну, он говорит, да какая разница мне вот в больнице, либо дома сидеть, вот, в принципе, и здесь можно пообщаться. И опять вот очень-очень спокойно, то есть и я, у нас было много таких ситуаций, когда он был в больнице, и все это время, пока он находился, мама нервничала. И меня очень поразило, что это вот так сработало, и не знаю, как объяснить, но на каком-то уровне я верю, что это было из-за того, что я проработала. Я не знаю, как это работает вообще, но то, что мы все взаимосвязаны, все люди на каком-то энергетическом уровне, это вот как раз мне этот факт доказал. В плане денег, то есть год-полтора я вот в своей предпринимательской деятельности ничего не зарабатывала. Для меня вообще какой-то кошмар был позвонить кому-то, и мне скажут «нет», «не беспокой», или друзья мне говорят, что ты меня спамишь своими рассылками, и я очень-очень переживала, и каждый раз настраивалась. И это очень-очень много ресурсов у меня отнимало, и мало того, что я уже ничего не зарабатывала, и я просто не понимала, как вот другие умеют это делать, а у меня это не получается. И все книги пишут, каждый способен быть миллионером и так далее, но лично для меня это не доходило, как это сделать. И вот в течение этого месяца я впервые заработала $200 за свою предпринимательскую деятельность. И мне это далось гораздо легче, потому что если у меня был какой-то страх вот пригласить кого-то, я тут же садилась и прорабатывала, тут же всплывал какой-то момент из детства, почему это возник. Я его трансформировала, и мне уже было легче позвонить. Если кто-то там мне сейчас отказывает, я думаю, ну хорошо, ладно, зато это, наверное, не момент, нужно еще немножко время тому человеку подумать. Все гораздо спокойнее. И для меня эти, да, первые $200, они как показатель того, что все, уже как бы масть пошла, потому что я уже прочувствовала, то есть дальше будет больше. То есть это только первый шаг. В отношении с мужем.
То есть я замужем 7 лет, и все эти годы вообще было не идеально, потому что я считала, что все это он такой, что я вообще все делаю правильно, он не меня не понимает. И мы разговаривали, мы там обсуждали и ругались, и все это было, и очень нервов много потрачено было, и были периоды, когда я вообще не хотела уже этих отношений, уже хотела расстаться. Единственный момент, мне всегда оставлял ребенок, думаю, как же ребенку быть, и только из-за этого терпела и искала ответ, да, как же эти отношения разрешить. А сейчас я вообще не трогаю своего мужа, я занимаюсь над своими установками, и их выявила достаточно много. Оказалось, что я вообще не верю в гармонию между мужчиной и женщиной, и ну, вообще как бы боялась любить, просто мне было страшно, что не дай бог сейчас полюблю, а потом мне будет больно. Вот. И какие результаты? За это время мой муж 2 раза мне просто так принес цветы. То есть это был не мой день рождения, не 8 марта, когда он знает, что вот надо принести, иначе будет ну, не очень приятная ситуация. Он просто, у него такое возникло желание просто так мне принести цветы. Вот мужчины, наверное, знают, я не знаю, некоторым мужчинам сложно покупать цветы. И вот мой муж такой, но тем не менее, вот и... Это так произошло. А с отношений с сыном, то есть я по себе очень ну, эмоционально сдержанный человек, и холодный где-то, и для меня вот где-то были эмоции мои перекрыты, и я разумом понимала, что как хорошая мать я должна ну, там, обнимать, целовать сыночка, разговаривать с ним ласково, но эмоционально мне очень-очень давалось это очень трудно, потому что все время я вот как бы себя заставляла это делать. И мой сын, он не любил ходить в школу вообще, вот с утра пойти в школу, это опять скандалы, не то что скандал, но сопротивление. И я, естественно, переживала, что я заставляю его ходить туда, куда он не хочет, и как это так. И опять же, я села и начала прорабатывать, и выявила, что, оказывается, у меня был страх, что если мой сын будет ходить и в школу, и общаться с друзьями, то есть жить полной жизнью своей, да, детской, то он уже каким-то образом не будет нуждаться во мне, как в маме. И, ну, не будет меня так любить. И, ну, вот, и когда я поняла, что это мое заблуждение, трансформировала его в тот же самый день, после обеда, мой сын пришел очень-очень довольный со школы. И мой муж даже говорит, что с ним случилось, никогда такого не было. А я знала, что это утро я прорабатывала по этому вопросу. И я говорю, вот потому что я проработала. А он мне говорит, да нет, это потому что ему нужно было время для того, чтобы адаптироваться в школе. Ну, я-то знаю, да, что, ну, точно знаю, что есть взаимосвязь. И вот с тех пор он приходит довольно со школы, очень любит то, что они там делают. И я себя лучше чувствую, потому что я чувствую, что я стала лучше, как мама, эмоциональнее. То есть раньше мне было, я знала, что на ночь надо прочитать книгу. И шла, и для меня это напряг такой, прочитать эту книгу, когда же он наконец заснет. И сама перед собой было неудобно, что вот у меня вот такое отношение вот именно к моим вот обязанностям, да, вот, я не знаю. А сейчас я спокойно к этому отношусь и как бы внутренне спокойно еще понимаю, для чего вот ему это важно, книги почитать. И когда вот он раньше он плакал, я даже бывало, что ну как-то немного как садист что ли внутри, ну плачет, ну ничего, сейчас пройдет. А сейчас я вот смотрю, когда он плачет в глаза, и я вижу, что ему вот очень обидно, очень больно, я вот чувствую это. Я говорю, и я в тот же момент прекращаю, говорю, все, прости меня, и давай мы будем, ну, что-нибудь делать другое. Вот. То есть я очень довольна, и, естественно, когда я сравниваю себя с результатами других участников, партнеров суперэго, то я немного расстраиваюсь, потому что у людей там в 3 раза, 4 раза доход, и они что-то там себе уже покупают, машины, квартиры, путешествуют, и я немного
думаю, ну как это у всех по-другому так быстро получается? Но мне говорят, ну, что нельзя ни с кем себя сравнивать, нужно сравнивать себя только с самой собой, когда я была месяц назад. Ну и если таким образом сравнивать, то результаты, конечно, очень-очень шикарные. Я вот давно не была так уверена. Когда еще так не была уверена в том, что я иду по верному пути, что эта методика приведет меня к достижению всего, что я хочу, о чем я всегда мечтала, что я наконец-то узнаю свой путь, свое предназначение, и этому тоже посвящается время в методике. И если вы еще не знакомы с этой методикой, если еще не прочитали книгу Дарьи Трудневой, то я обязательно вам рекомендую это сделать, просто для того, чтобы познакомить себя о том, что это есть, и чтобы вы приняли решение, нужно вам это или нет. Но, по крайней мере, не оставаться в невежестве и ну, просто не знать о такой шикарной возможности. Всем счастливо, успехов во всем!